Дорогие друзья, мы немножко переиграли и заехали в отель раньше, чем предполагалось, в 2 часа. Это очень здорово, потому что погода была очень жаркая, очень душная, невероятная. И сейчас мы смогли принять душ, мы смогли переодеться, скинуть вещи. И вот так вот выглядит наша комната. Ну, в общем, нормально. Это 4 звезды. Holiday Inn Singapore Atrium. Он, значит, видите, как интересно. Две разные кровати. Одна двуспальная, а одна односпальная. То есть, как для троих. Делюкс номер. Нам его проапгрейдили немножко. Он оказался больше. Вид хороший. Хороший. Это 13 этаж. Вот, посмотрите, вид на какие-то кондоминиумы. Здесь вот отель Riverview, отель Capturn Kings, отель Furama. Вот, там дальше будет и парк-отель. То есть здесь вот есть такое определенное сосредоточение отелей. Там вот, если вот так вот посмотреть, видно, краешек выглядывает Marina Bay Sands. То есть, в общем-то, каждый наш день по стандарту будет начинаться вот по этой улице. Вот туда мы сейчас двинем, в китайский квартал. Вот там вот уже река Сингапур, Рива проглядывает. И, соответственно, сейчас сходим в китайский квартал, а затем уже посетим то, что мы отложили и не смогли посетить вовремя, значит, во время первого походу. Вот зеркала у нас здесь есть, некие тут facilities для приготовления чая, кофе. Ну и что касается ванной, ну тоже, в общем-то, сойдет. Все необходимое есть. Ёршика, он жалуется, Денис, нету. Вот, то есть вот в таком виде все оставляем. Мы сейчас идем, чтобы не терять время, дальше будем досматривать оставшиеся достопримечательности. Увидимся уже в китайском квартале. А вот этот вид вам, наверное, будет более интересный. Вот, значит, мы выходим из нашего номера 1316. Вот, покажу вот так вот. Всего ничего. Здесь перила. И вот посмотрите, какой просто сумасшедший вид. Я вот не знаю, сейчас сниму бейсболку, чтобы она ненароком не упала, но вот туда вниз, блин, это пипец. Вот это 13 этаж, а ведь есть люди, которые живут на 27-м, вы представляете? Нет. Ну, не знаю, ощущение просто чудовищное. Посмотрите, да, голова кружится, и вот сейчас нам садится, кстати. А, кстати, давай, Денис, нам же на лифте надо, да. По-другому тут, видать, не дано. Почему можно, как человек получше? Не знаю. Ну, короче, вот сейчас из лифта что-нибудь попробуем снять. Пойдем. Даже хотя бы с 13-го этажа уже кое-что. Вот, посмотрите, как мы движемся в кабинке этого лифта. Ну, мы уже достаточно проехали, поэтому сейчас не страшно. Вот, видите, как. Офигенски, когда вверх поднимаешься. Да, и главное, он вообще не слышно. Это лифт Hitachi используется. Вот вид лобби отеля. Вы представляете, это считается 4 звезды. Ну, Holiday Inn, мощная сеть. Вторая на планете по количеству отелей и входит в группу Intercontinental.
Здесь похожий концепт есть у Pan Pacific Hotel. Мы, возможно, около него сегодня побываем.